Друг Рейнар, теперь ты увидел правду. Некая злая сила из пустоты стремится уничтожить все, что нам дорого. Этот падший, неужели он Зелнага? Неужели сами боги желают нашей смерти? А Керриган, я до сих пор не могу поверить, что безумная и жестокая королева клинков сможет предотвратить гибель всего сущего. Рейнар, вскоре судьба Керриган может оказаться в твоих руках. Я знаю одно, она должна выжить. Будь осторожен, мой старый друг. Гончие пустоты уже идут по следу. Ну и видок у тебя, брат. Может, пропустишь стаканчик? В последнем видении, заложенном в кристалл, мне открылось будущее. Последняя битва с гибридами. Армагеддон. И предотвратить это могла только Керриган. Кто знает, как все обернется. Цикл следует за циклом. Я знаю лишь, что заглядывать в будущее надо с большой осторожностью. Ибо это и великий дар, и проклятие. Но можно ли его изменить? Или все предопределено? Мне нужно знать. Кто знает? Помню, ты однажды сказал, мы сами выбираем свою судьбу. Если это так, то будущее предсказать нельзя. Ну да, в принципе, я с ним согласен. Соскучились по домашней еде? Заскочите в заправку «Гриль Купе». По вторникам две порции мутокрылышек по цене одной. А при заправке смена плазмы бесплатно. Заправка «Гриль Купе». Домашний уют в ледяной пустоте космоса. Неплохо, неплохо. Джейми, ты что-то белый весь, как привидение. Тебе срочно надо что-нибудь выпить. Джейми, ну, это я уже понял. Так, на мостике Хорнер в печали. Сэр, вы явно не в себе. Что стряслось? Зератул позволил мне заглянуть в будущее. Я видел конец света, Мэтт. Армагеддон. Огромная, больше, чем можно представить, армия протосов сражалась с гибридами и не могла их остановить. А как же Керриган? Разве не она должна была остановить их? В том будущем, которое мне показал Зератул, она была мертва. Мы убили ее. Вот что Зератул пытался донести до нас все это время. Она должна выжить, иначе все мы обречены. Блин, ну как-то, а что вы хотели? Убили самую веселую деваху в этой серии, и как бы... чтобы никто не выжил. Конечно, никто не выживет. Так. Компания. Арсенал. Эй, ковбой, на тебе лица нет. Опять думал об этой мадам? Вроде того. Я узнал, что может случиться, если мы ее не спасем. По мне так гадать о будущем последнее дело. Впрочем, ты всегда можешь положиться на меня, если что. Это да. Надо на тебя положиться. Образец ткани из зерга. На-на-на-на-на-на. Журнал Статмана, запись 2384. Образец пытался сбежать, он выделил впитательный раствор кислоты, постепенно разрушающий пробирку. Открытие. Попробовал сигма-излучение, которое привело к замедлению роста и движения образца. Чтобы научиться безопасно применять этот метод в бою, потребуется время, но результат стоит усилий. Еще одно открытие, на этот раз пугающее. В ДНК мозга образца обнаружил следы генетического кода сверхразума.
Этого недостаточно для того, чтобы клонировать сверхразум, однако дальнейшее исследование может дать ответ на вопрос, как контролировать зергов. Я пытался прочитать так же быстро, как и он, но блин. Итак, Уланское пророчество. Пробил роковой час. Цикл близится к завершению. Зулнага, создавшие звезды, уничтожат свои творения. Но падший спасется, и тень падет на пустоту. Перед тем, как звезды сойдут с небесного пути, он разорвет божественный цикл, уничтожив свет и надежду. Вначале был великий пожиратель. Я бы очень хотела провести пару экспериментов, но сомневаюсь, что вы согласитесь дать на пробу образец своей мозговой ткани. Сэр, почитайте. Сообщение от фонда Мёбиуса. Мистер Рейнер, вы уже исследовали как могли биологические образцы зерга. В дальнейшем мы хотели бы приобретать все образцы, которые вы будете находить по 10 тысяч кредитов за образец. Если вы найдете дополнительные биообразцы, подойдите к консоль, средств сразу поступит на ваш счет. Доктор Нарут. Продано объектов для исследований. Вы продали лишние образцы фонда Мёбиуса за 10 штук. Короче, две штучки продали, 20 тысяч кредитов получили. Итак, эмулятор разума Улья. Конечно же, он лучше, чем пси-эмулятор. Ну, хотя тут такое, на самом деле. Вот, блин, мне и то нравится. Можно постоянно удерживать зерга по контролям. Я думаю, просто есть у зергов действительно неплохие юниты, которых стоило бы удерживать. Это как бы кто из них, вот это, конечно, вопрос. Здесь определенно будет не орбитальный удар, конечно, он мне нафиг не нужен. А мне больше... Ну, тут как бы тоже 50 на 50. То есть вот можно сделать... усиление. Блин, ну даже не знаю. Ну причем это только для казарм, а это как бы для всех. Вот я, наверное, все-таки все равно сделал лабораторный реактор, а здесь я сделаю... наверное, замедление. Причем они действуют для всех зергов. Хотя там есть такие прям реально крутые ребята, которым вот прям эмулятор разума Улья будет прям вообще огонь. Блин, я даже не знаю. Ну давайте разработаем. Ладно, он нам понадобится. Итак, загадка артефакта до сих пор не разгадана. Есть одно наблюдение. Когда вы используете устройство протосов, артефакты начинают сильнее притягиваться друг к другу, и их молекулярная матрица расширяется. А теперь еще раз и попроще. Если сравнить их с губкой, то они впитывают энергию среды как воду. Артефакты пытаются впитать столько энергии, сколько возможно. Это опасно? Не для людей. Если моя теория верна... то будь вы протосом, они высосали бы из вас всю жизненную энергию. Ага, прикольно. Так, мостик в арсенале был, в какой-то компании был. На мостик, да, окей, больше некуда. И наконец-то все эти задания нас таки дождались. И вот тут начинается одно, мать его, но. Вот я в гавань, ну вот очень сейчас не хочу, потому что я знаю, что там будет битва либо с протосами, либо с... зергами, как бы, либо-либо, и что-то как-то вот вообще. Ладно. Один из первых миров конфедерации точно нет. Волгал, засекреченные исследования. На спутнике. Что там дают? Данные там дают миражи. Нет, тут медевак. Тут непонятно, Люк, что дают. Надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных. И он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. А вот, кстати, в Новый Фолмсом я бы сходил. Давайте-ка сюда и сходим. У нас есть возможность получить 175 кредитов. Тысяч, конечно же. Вот. Если я правильно посчитал по математике, но это вещь не моя была. А где Тош? Я думал, он уже тут. Он покинул корабль. Я думал, вы уже... Сэр, у нас входящая зашифрованная передача. Соединяй.
Так-так. Печально известный Джим Рейнер. Меня зовут Нова. Есть разговор. И какой у меня может быть разговор с ручным призраком Императора? Тош тебе врет. Мэтт, подключи Тоша. Думаю, он все равно все слышит. За фантомами будущее. Ты просто не способна понять это, девчонка. При превращении в фантомов призраки становятся маньяками, одержимыми идеей убийства. Те из них, кого мне удалось поймать, сейчас отбывают срок в Новом Фолсоме. Не слушай ее, брат. Помоги мне освободить фантомов из тюрьмы, и вместе мы свергнем Менгска. Тош хочет вернуть псионные способности своим приятелям-фантомам. Ты сам помог ему добыть нужные компоненты. Заключенные Нового Фолсома – маньяки-психопаты. Ты правда хочешь отпустить их на волю? Я помогу тебе в войне против Менгска. И мои друзья тоже. Она никогда не будет тебе союзником. Тош, это бомба с часовым механизмом. Он будет твоим лучшим другом до тех пор, пока не всадит нож тебе в спину. Это момент истины, друг. Выбирай. Ну что ж, и тут нам дается возможность действительно выбрать между фантомами или призраками. Помочь Тошу или помочь Нове. Итак, помогите Тошу устроить массовый побег из тюрьмы Нового Фолсома. Освободив множество врагов Менгска, Тош останется с вами и будет обучать фантомов, которые поступят к вам на службу. Либо помогите Нове разгромить тренировочную базу фантомов на станции Аверн и избавиться от террористической угрозы, исходящей от фантомов. Нова обучит для вас тренировки призраков, но не присоединится к отряду. То есть, короче, здесь мы получим Тоша, здесь мы не получим Нову. И далее я думаю, что вы увидите миссию с Тошем. Но по канону я все же помогу Нове. Вот. Но первая будет миссия с Тошем. Что же будет с Новой, вы увидите в следующей серии, которая будет сразу после этой. Итак, поехали. Почему ты не рассказал мне о своих планах сразу, Тош? Впрочем, я все равно доверяю тебе больше, чем этой убийце на побегушках у Доминиона. Мы начали это дело вместе, так доведем же его до конца. Неудачный выбор, мистер Рейнер. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, брат. А теперь пойдем вскроем Новый Фолсом. Загружаю данные о Новом Фолсоме. Вот, брат, полюбуйся. Они окопались со всех сторон. Похоже, Нова предупредила их. Теперь без хорошей армии туда не пробиться. Тебе нужна не армия, а один единственный фантом в нужном месте и в нужное время. Тогда мы полностью полагаемся на тебя, Тош. Мои парни сделают все возможное, но им понадобится твоя поддержка, чтобы выйти на позиции. Не вопрос. Основную работу я беру на себя. Просто отправляй бойцов мне в помощь. Об остальном я позабочусь. Рядом с основным зданием есть два тюремных блока с военными заключенными. Если мы освободим арестантов, то, вероятно, сможем рассчитывать на их помощь. Что еще? Доминионцы построили базу у главного входа в тюрьму. Уничтожьте базу, и охрана разбежится. Все остальное предоставьте заключенным. Ладно, Тош. Ты готов? Я очень долго ждал этого дня. Я готов. Может и так, а может и нет. Всем сейчас еще раз разберемся. Могу рассказать. Опа. У меня постоянно включена маскировка. Я незаметно подберусь к охранникам и перебью их. Угу. Есть у меня один фокус. Я его называю взрыв мозга. Помогает убивать по нескольку врагов за раз. Видишь турель на той стороне моста? Если я подойду слишком близко,
доминионцы обнаружат меня. В точку. Уболтал. Шикарно. Короче, смотрите, я изменил таки сложность, потому что я лоханулся в прошлый раз, проходил на бойце. В принципе, новое я решил проходить действительно на бойце. А потому что какая, собственно, по большей части разница. А вот эту кампанию, я думаю, что я пройду все-таки на ветеране. Потому что мне правильно очень подсказали, что лучше все-таки проходить ее именно на ветеране. Ну и, в принципе, проходить за тему Тоши, потому что Тоши можно будет потрандеть, а это лишние диалоги. Тош, тебе на подмогу идут мои ребята. Все, что от тебя требуется, это посылать подкрепление. А я позабочусь об остальном. Вот. Это лишняя диалоги, значит, это все очень круто. В принципе, я прошел уже эту миссию на, получается, бойце. Но, как вы понимаете, это не так круто, поэтому придется перепроходить на ветеране. Ничего страшного. Ништяк. Может и ничего так, страшного. А может и нет. Пусть меня опять подрубят. Я сам себе хозяин. Оп, оп. Оп-оп-оп. Погаси, а главное не допускать, чтобы у него отпускалось ниже сотни, по-моему, здоровья, и тогда все будет отлично, короче. Вуду вызывали. Вуду не вызывали, но я думаю, что ребятка. И я таки завалю. Пусть умрут в мух. Какой злой хиллер. Ладно. Ништяк. Блин, надо успеть. Ух, было близко. Может и так. Блин, на ветеране оказывается посложнее тут ее проходить. Сейчас разберемся. В точку. Теперь-то я хотя бы могу я сам себе всех их переубивать. Вот. Войска союзников атакованы. Пламя конфликта. Надо ребяткам хоть как-то я помогать. Буду действовать очень тихо. Пусть умрут в муках. В точку. Я думаю, что так хватит им помочь. Буду вызывали. Буду. Давайте пошустрее, ребят, давайте. Чуть-чуть осталось разрушить здесь, и, в принципе, база наша. Шикарненько. Мы двигаемся дальше. Шикарненько. В точку. Уболтал. Ах ты, мразота. Себе хозяин. Оп, этих надо обойти. Когда у меня заканчивается энергия, я могу восполнить ее за счет жизненной силы танка, ребят, союзника. Смотрите. Это называется поглощение. Чем здоровее союзник, тем больше энергии я получаю. Процедура безболезненная. В принципе, ну, теперь можно нарываться на наших же ребят. Хозяин. Хавать сейчас с них. Разберемся. Давай, отлично. Ну, видите, он за раз исполняет может очень мало, так, к сожалению. А может и нет. Ништяк. Я буду действовать очень тихо. Тош, ты приближаешься к первому тюремному блоку. Освободи заключенных, и у нас появятся так, новые ребят, союзники. Подхильте меня, плюс мне нужны твои хп. Сейчас разберемся. Точку. Шикарненько. С тебя, например. Может и так, а может отлично. И нет. Еще пара таких поеданий, и я могу уболтал выйти сухим из воды. Итак, вот наш отряд как раз идет. Ништяк. Сейчас мы будем. Я сам себе хозяин. Ребята-то долбать. Сейчас разберемся. Точку. Я сам. Так, главное сломать хозяин. Пушку. Блин, эти двое мне мешают. Пламя конфликта. Но ничего страшного. Сломали, теперь можно спокойно дальше бежать. Может с
хорошо. Спас. Дайте я с тебя покушаю. Лечите его, ребят. Сейчас разберемся. Даже вам помогу, друзья мои. Дочку. Чтобы вы были я в теме. Сам себе хозяин. Все. Ну, дальше вы его как-нибудь вылечите. Тем более, это наши ребята опять на подходе. Войска союзников атакованы. Так. Я сам себе хозяин. Может, я надеюсь, так, что они все-таки вернутся. Может и нет. Сейчас. Если они вернутся, будет немножко обидно. Войска союзников атакованы. Я сам себе так, хозяин. Ладно. Включаем вот эту фигню. Убиваем быстро танк. Ну как быстро. Относительно быстро. Уболтал. Ну, почти не потратили хп, короче Дочку. Говоря. Замечательно. Так, наши ребята потихоньку прорываются или не прорываются, непонятно, но ладно. Молодец, Тош. Освобожденные заключенные помогут нам уничтожить остальные посты охраны. Так, сейчас разберемся. Уболтал. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Так, ну-ка стоять. Вы тут что это Дочку. Устраиваете, а? Может и так. Войска союзников атакованы. Сейчас там сейчас хорошая довольно армия придет. Ништяк. Ништяк, да. Я сам себе хозяин. О-о-о. Уболтал. В точку. Может и так, а может и нет. Сейчас. Я думал, вот тут вот мне самое место будет. Главное, чтобы меня не трогали. Тут идет двойной отряд наших. Плюс еще. Пусть умрут в муках. Муду вызывали. То, что будет больно. Уболтал. Тихонечку, полигонечку, я думаю, так мы прорвемся, в принципе. Сейчас разберем. Ух! Нехило. Я сам себе хозяин. Войска союзников. Мне же понравилось. Атакованы. Ништяк. Уболтал. Так, сейчас наши будут выходить. Надеюсь. Ну, что-то тут ребятам не очень хорошо. В точку. Может и так, а может и нет. Так. Я сам себе хозяин. С тебя похаваем. Ништяк. Сейчас разберемся. Там. В точку. Давайте, 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 давайте. Лоп. Лоп. Хозяин. Пусть умрут в муках. Отлично. Может и так, а может и нет. Шикарно. О, больно. Сейчас разберемся. Бедный медик. Ну ладно. Ништяк. Ничего не поделаешь. Уболтал. Медика, конечно, жалко, но. Дочку. Я сам себе. Так, мне нужно, чтобы мои ребята вот сюда прошли. Шикарненько, конечно, но не настолько, чтобы прям уж. Погасим пламя конфликта. В точку. Тихо, тихо, тихо. Ништяк. Войска союзников атакованы. Я так, мне нужен хиллер. Хозяин. Срочненько. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. В точку. Уболтал. Ништяк. Я сам себе хозяин. Так, бежим. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Буду вызывали.
Так, тут затык какой-то прям происходит, я смотрю. Точку. Уболтал. Они здесь отвлечены, надо срочно убить вот эту пушку. Все, турельку точнее. Я буду действовать. Как полегче тогда. Очень тихо. Мы готовы двигаться дальше. Отвлеки их, пока мы разворачиваем форпост. Разберемся. Отвлекаю, отвлекаю, насколько могу. Может и так, а может и нет. Ты рядом со вторым тюремным блоком, Тош. Хочешь завести новых друзей? Можешь положиться на нас, Тош. Мы отвлечем охрану, пока ты будешь освобождать заключенных. Ну все нормально. Очень тихо. Уболтал. Сейчас разберемся. Войска союзников атакованы. Так. Ништяк. Более или менее. Надо будет еще вот этот танк разнести, и будет все вообще шикарно. Уболтал. Войска союзников атакованы. Сейчас разберемся. Шикос. Погасим пламя конфликта. Да. Уболтал. Теперь, когда эти ребята на свободе, мы разнесем тюрьму по камешкам. Отличная работа, Тош. Да нет. В точку. Сейчас разберемся. Я сам себе хозяин. Ребятам тут нелегко приходится. Но я надеюсь, что мы справимся. Может и так, а может и нет. Уболтал. В точку. Тош, ядерная ракета готова к запуску. Укажи цель. Учти, что взрывом может зацепить и нас. Уболтал. Готово. Ништяк. Может и так, а может и нет. Сейчас. Почему они меня видели? Блин, здесь 4 ракеты. Там прискорбненько. Точку. Я сам себе хозяин. Дожидаемся еще одного танка, а то и двух. Ништяк. Сейчас вот этот танк снесет вышку. Шикарненько. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Ништяк. Мне нужно, чтобы они вот эту вышку снесли. Ну или я ее снес. Я просто в этом случае будет не видно. А может и нет. Сейчас разберемся. Ну вот шикарненько. Так, лабысь. Уболтал. Войска союзников атакованы. Ништяк. В точку. Лабысь. Войска союзников атакованы. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Замечательно. Теперь вот сюда. Я сам себе хозяин. Уболтал. Лабысь. Ну и последний хлобысь будет вот сюда. Уболтал. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. В точку. Войска союзников атакованы. Щекозненько. Уболтал. Сейчас разберем. Я сам себе хозяин. Может и так, а может и нет. Так. Точку. Пока они меня не видят, разрушаем бункеры, разрушаем танки. Нет, по большому счету вообще пофиг. Уболтал. Войска союзников атакованы. Может и так, а нет. Ну блин, конечно, чтобы вот по центру вот эту фигню снести, было бы вообще идеально, но
ничего не поделаешь. Точку. Войска союзников атакованы. Ладно. Ништяк. Ждем последнего захода наших ребят. Я сам себе хозяин. В точку. Сейчас разберемся. Так. Может и так, а может. Блин, а то, что больно попадает. Болтал. Почти. В следующий раз я уничтожу. Ништяк. Так. Хорошо. Проходим, замечательно. Я сам себе хозяин. Очку. Может и так, а может и нет. Здесь почему-то танк. Упал. Ништяк. Я сам себе хозяин. Войска союзников атакованы. Ну, благо они меня никак не увидят, поэтому все зашибись. С каждым разом проходим все дальше. Ништяк. Уболтал. Может и так, а может и нет. Войска союзников атакованы. Сам себе хозяин. Оу-оу-оу. Точку. Может и так, а может и нет. Давай, осталось чуть-чуть. Я сам себе хозяин. Сейчас разберемся. Уболтал. Так, оп. Точку. Может и так, а может. Войска союзников атакованы. Ништяк. О, ребята все ближе подходят, замечательно. Сейчас осталось только их оборонять. Войска союзников атакованы. Я сам себе хозяин. Войска союзников. Все шикарно, за счет танков сейчас разрулим все это дело. Может и нет. Уболтал. Я могу спокойно уже ходить. Останется просто дожидаться, пока наши ребята всех раздраконят. Сейчас разберемся. Ну, обычно я выбираю концовку новую. Да, потому что ново все-таки это ново. Что не поделаешь, что не попишешь. Ты только что открыл ворота в ад, Рейнер. Теперь вас спасет лишь чудо. И допадут стены его. Вы свободны, братья и сестры. Вас ждет новая жизнь. Хладнокровный тош выполнить здесь на уровне сложности какой-то там. Чтобы за ваше здоровье не опускался ниже 100. Ну да, вот. Про что я говорил. И также за 25 минут надо выполнить, был я за 27, блин. Ну, извините. Немножко не доконтролил 2 минутки.